Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева моря, сообщили в Министерстве обороны. Экипажи самолетов сопровождали истребители МиГ-31 Северного флота. Продолжительность полета составила более 7 часов. Дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.